Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в педиатрии обсудили на научно-практической конференции в Самаре. Более 200 врачей участвовали как очно, так и онлайн. Лектором выступил Михаил Пыков. Профессор рассказал о тонкостях работы с детьми, а также о том, почему диагностика ультразвуком важна в педиатрии. В педиатрии нужно как можно меньше облучения. Одно КТ головы, которые очень часто делают при сотрясении мозга и так далее, это равносильно облучению, которое ребенок получает, если ему сделать подряд 100 рентгенограмм грудной клетки. Это очень большое облучение. У нас совсем другая ситуация. Безвредная. Первый ультразвуковой аппарат появился в Самарской области 40 лет назад в городской клинической больнице имени Пирогова. Этому событию и была посвящена конференция, организованная Алексеем Рогачевым. Еще в студенчестве мужчина увидел, как работают врачи со звуковым оборудованием. И меня настолько это заинтересовало, что когда я по распределению после окончания мединститута уехал в Пензенскую область работать, и там тоже появился аппарат, я тоже начал заниматься ультразвуком и стал у истоков ультразвуковой диагностики Пензенской области. На конференции показали и работу современных ультразвуковых аппаратов. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.